Всем привет, Кент на проводе. Ребята, это просто мега экстренное включение. Сейчас 5 июля, среда, я только-только приехал с отдыха, и первым делом я, ребята, решил зайти в Block Strike. Я в него зашел, и то, что было дальше, меня просто повергло в шок. Вот, ребята, я открываю Block Strike, и у меня Кент ЭПК первого уровня, первого! Куда пропали мои 22 уровня? У меня был Кент ПК 23 уровня, была куча оружия, была куча скинов, был самый крутой скин. Но в итоге, ребята, ничего этого нету. Возможно, сейчас вы у меня спросите, откуда у тебя серебро и золото? Ребята, я только что сдонатил, потому что вообще я не смогу заново все это добывать, потому что я на это потрачу много времени, а мне все-таки надо снимать видео. В общем, ребята, Кент ПК стал первого уровня, не знаю, что произошло, это какой-то мега-баг. Вы, наверное, думаете, Кент ПК тебе просто взломали, это все элементарно. Но, ребята, смотрите, если бы меня взломали, то как минимум не подходил бы пароль в мой Google аккаунт. Во-вторых, у меня в Google аккаунте стоит двойная защита, то есть если кто-то заходит с нового IP-адреса, ему надо вводить пароль, который придет на мой телефон. И в-третьих, наверное, самое основное, если бы меня взломали, то я, ребята, именно сейчас не смог бы зайти под ником Кент ПК, потому что если мы вместе с вами посмотрим, один момент, вот, ребят, мое последнее видео, допустим. Так, перемотай держу. Немножко. В руки. Со спины. Так, ребят, смотрите внимательно, вот ник Кент АПК, вот. Большая буковка К, дальше Ent и дальше АПК, тоже три больших буквы. Теперь смотрим в этом эмуляторе. Ребята, все точно так же. Смотрите, большая буква К, дальше ИНТ и АПК, тоже три больших. То есть ник тот же самый, то есть взломать меня точно не могли. Главное оружие, то есть у меня вообще ничего нету. Я купил себе АК, прокачал его на максимальный левел. Вот смотрите, вообще ничего нету. Просто, ребята, нулевой персонаж. У меня такое впечатление, как будто мой персонаж просто удалился. Я решил все это снять на видео, потому что мало ли у кого-то из вас произойдет такая же самая проблема, чтобы вы хотя бы знали, что вы не одиноки в этом мире. Вот, ребят, произошел такой мега крутой баг, и у Кента ничего нету, грубо говоря. Ну, скажем так, это очень прискорбно, потому что у меня были керамбиты, у меня был крутой дигл на Firestat, и сейчас посмотрите на мой дигл, это вообще лажа. Сейчас я его покажу. Ну, короче, ребят, буду донатить, буду открывать кейсы, буду прокачивать персонажа, буду тратить кучу времени. Так что, вот такие вот у Кента пироги. К сожалению, такое произошло. Если у кого-то из вас тоже такое было, ребята, пожалуйста, пишите в комментариях. Если вам не сложно, поддержите меня вашим лайком, хотя бы, ну, хотя бы лайки будут, и то хорошо. Напишите какой-то положительный комментарий. Ладно, ребята, все, я пошел качать персонажа, с вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем пока.